Ежедневное количество новых случаев заболевания коронавирусом с начала июня увеличилось в два раза. Власти Свердловской области объявили о начале третьей волны пандемии. По словам губернатора Евгения Куйвышева, уже через 2-3 недели обстановка в регионе будет такой же накаленной, как сейчас в Москве. В связи с этим власти планируют усиливать ограничительные меры. Первой станет строгое соблюдение масочного режима. Мы несколько дней мониторим ситуацию. Люди по объективным причинам, надо полагать, расслабились. Сегодня этот опасный новый штамм, он гораздо заразнее, гораздо более сильнее распространяется. И, конечно же, мы объясняем людям, если человек не хочет заботиться о своем здоровье, мы позаботимся о здоровье других. И в связи с этим, конечно же, введены штрафы. Губернатор сообщил, об обязательной вакцинации в Свердловской области пока речи не идет. Но если уровень заболеваемости продолжит быстро расти и в регионе будет достаточное количество вакцины, прививка от коронавируса может стать обязательной для сотрудников сферы услуг, такси, торговли и некоторых других. Сегодня в оперативном штабе сообщили, что уже на этой неделе в регион поступит 23 тысячи доз вакцины от COVID-19. Область готовится к увеличению числа заболевших. В городах усилили контроль за соблюдением масочного режима, а в ковидных госпиталях развернули 954 дополнительные койки.